68 картин в окнах областного краеведческого музея, выполненные карандашом, пастелью, гуашью, написанные разными портретистами, но объединяет их общая тема. На каждой изображен ветеран Великой Отечественной войны. Работники музея говорят, выставка юных художников «Портрет победителя» гармонично влилась в общую экспозицию и привлекает новых посетителей. Люди останавливаются, фотографируются, заходят, интересуются. У нас этот отдел современной истории, это наша тема, краеведение, регионоведение. Конечно, мы за. В День Победы на Советском проспекте Кемерово особенно многолюдно. У выставки проходят и дети, и взрослые. Первые спрашивают родителей, кто же изображен на портретах, те в ответ рассказывают о войне и ее героях. Горожане соглашаются, подобные акции в городе необходимы, и не только во время праздников. Они, разумеется, нужны, потому что поколение, особенно наше поколение, хочется, чтобы росло сознанием того, что произошло, и благодаря кому они живут и будут жить счастливо. Обязательно должна быть всегда, чтобы мы знали своих героев в лицо. Очень нравится мне и надо, чтобы наша молодежь видела этих всех своих героев. Это уже все ветераны войны. Выставка в областном краеведческом музее продлится до 13 мая. Но увидеть портреты ветеранов возможно и на стене победителей, которая сегодня открылась на улице Красной. Кроме этого, и другие символичные арт-объекты появились в центре города. Теперь о ветеранах кемеровчане будут вспоминать чаще, а не только в праздник. Максим Аблендер, Константин Червяков, новости моего города.